Мы с вами в соборе, в действующем соборе, женский монастырь. И, как я вам обещал, частица мощей мученика Дмитрия Угличского. Вот приложимся с вами. Вот. Благоверный князь Дмитрий Угличский. Хвали Бога нас, убиенный. Также здесь вот такая частица царистая Елена. Ее сын, царь Константин, Сипериан Милостивый, Спиридон Трифонский. И вот туфелька здесь. У нас экскурсия в Угличе. Золотое кольцо. Да, вот на сейчас я тоже не могу не пройти мимо тоже. Вот мода, видите, идет с одного центра все. И по экономике, и по медицине, и по образованию, и по духовной ветке тоже. Во всех храмах обязаны стоять скамейки. Приучают, медленно приучают прихожан, что это норма. С обеих сторон там тоже скамейки. Во всех храмах Углича. Ну там, видать, рьяный тут такой правящий архиерей. Хочет получить премию на земле. Боится, не успеет. Вот такая картина. Видите, как одновременно и православная святыня, и одновременно не наши традиции. А как известно, предавать нельзя даже в малом. Потому что предавший в малом, ты это сделаешь и в большом. Так устроен мир. Так устроена духовная жизнь. И это знает сатана и слуги его. Поэтому и искушают нас в малом. Для того, чтобы получить самое ценное, что есть на земле, это душа человека. Со всем будем жить, дорогие мои. Помогай Господь вам. Переживаю за вас, люблю вас. Чем могу, помогаю вам. Ваш Евгений Лопатин.